привет! Сегодня хочу вам показать, как быстро разделать курицу буквально за 3 минуты. При хорошей сноровке можно управиться и за 2. И из этих частей получится целых 3 полноценных блюда. Поехали! И нам понадобится лайк, подписка, колокольчик и курица. Курочка уже потрошенная. Прорезаем между ножкой и грудкой до позвоночника. Вот таким вот образом. Со второй стороны делаем точно так же. Теперь ломаем на две половинки. Эту часть расплющиваем по доске. Теперь нам нужно позвоночник отрезать отдельно и отделить бедрышки от голени. Голень от бедра нужно прощупать, где находится сустав, и в этом месте разрезать. Крылышки также по суставу отделяем от тела курицы. Теперь нам нужно отделить две филе грудки. Надрезаем кожу и по ребрышкам идем вверх к грудине. Со второй стороны проделываем то же самое. С филе снимаем шкурку. Срезаем горловину. Эту часть покрошим на небольшие кусочки. По ребрам, на излом и по суставам разделим. Эту часть можно оставить целой, либо разделить пополам. Грудку можно потушить с овощами, сделать всевозможные салаты. Можно порезать ее на кусочки, замариновать, например, в соусе ранч и пожарить.
получится очень сочная вкусная курица. Вариантов множество. Вот такой вот суп-набор. Из него можно сварить суп со звездочками, с макаронами, любой картофельный куриный супчик. Можно сделать бульон для каких-то блюд и даже заливное. Крылья, голени и бедрышки отлично подходят для того, чтобы запечь их в духовке, запечь в фольге, сделать картофельную запеканку. Просто пожарить в панировке. Вариантов может быть целое множество. Вот так, легко и просто, можно разделать курицу самим за какие-то 2-3 минуты и не тратить в магазине доплату за отдельные части курочки. Если вам понравилось это видео, поблагодарите нас лайком, можете поделиться в соцсетях. Также будет интересно ваш вариант разделки прочитать в комментариях. Ссылки на инструмент в описании. Все как всегда. Пока!